Добрый день, Цураем Тувим. Сегодня мы прослушаем и разберем новости на очень легком иврите. Это новости для начинающих от 11 июля 2020 года. Я сначала прочитаю новости, а потом разберу почти каждое слово. Шалом. Атем шумим хадашот беиврит кала меод. Баатхала хадашот микола улам. Непал. Лефахот 20 аругим бешитафон бемаарав амедина. Оду. Йотер ми 800,000 хулей акурона бамедина. Ке 30,000 беймама ахрона. Мали. Ахарей афганот шеля опозиция, анаси омер шеху мухан ледабер. Соф-соф. Ахадашот ми Исраэль. Ярушалаем. Атошавим шумим колот шель пицуцим бемизрах аир. Амиштара мазбира ше башхунот аравиот мецайним тоцаот шель пхинот абагрут. Телем. Мини умерет ше бигляля корона ומשכוחיתה, היא זמנית לא עובדת. איתי פירס ביריום קשדוי נובסט עדילנה. סנצ'לה ידיעות וסטופליניה, שלום, זדרסטוויטי. אתם שומעים חדשות וסלישייטי, אלי וסלושייטי נובסטי, בעברית קלה מאוד. נא עבריטי לוחקם אוצ'י, נא אוצ'י לוחקם עבריטי. Беатхала хадашот миколя улам. В начале или сначала новости со всего мира. Непал – это название страны. Непал. Обратите внимание, как пишется слово «непал» с буквой «алев» после «п». Если вдруг я не напишу букву «алев», тогда мы можем прочитать случайно как «нафаль». «Нафаль» – это «упал». Или какое-то еще слово «нефель» мы можем прочитать. Но не обязательно «непал», чтобы не ошибиться. Принято слово «непал», слово иностранного для иврита, иностранного происхождения. Мы напишем с буквой «алев» после «п». «Непал», и обратите внимание, так принято в новостях на иврите. Двоеточие – это не всегда прямая речь. А это место действия, то есть Непал, и дальше после двоеточия объяснение, что происходит в этой стране. Такие почему-то вот нормы в современном иврите получились. Лефахот эсрим аругим. Слово лефахот мы переведем как по меньшей мере, не меньше. И обратите внимание, на что это похоже. Поход это менее, меньше, и лопоход, если я напишу, лопоход получится не меньше, не менее. И у нас как бы сливаются эти два слова, ло и поход, и получается лефоход. Лефоход по меньшей мере, не менее. Исрим, 20. Аругим – это погибших или убитых. Это слово образовано от глагола «орег». «Орег» – это «убивает». «Аруг» – «убитый». Таким образом образуются причастия из глаголов. Например, если «котев» – это «пишет», «катув» – «написан», «написанный». «Согер» – «закрывает», «сагур» – «закрытый». Если вы чувствуете, что это для вас несложно и будет полезно, на экране появляется ссылка. Я рекомендую перейти на материалы, которые там указаны, и послушать их. Я сейчас не буду повторяться. Бешитафон. Шитафон, мы чувствуем, что здесь тот же корень, что в слове шотеф. Шотеф – это моет под струей или смывает. Шитафон – это получается как наводнение, когда вода все смывает. Смыв такой, скажем, условно. Шитафон. В наводнении. Бе маарав
Амедина. Слово Маарав – это запад. И второе слово Медина – это страна. Обратите внимание, здесь у нас то, что на иврите называется смихут. То есть я соединяю слово Маарав и слово Медина, и при этом я перед вторым словом сопряжения поставил определенный артикль. Маарава Медина получилось запад страны, на западе страны. Бе Маарава Медина на западе страны. Если, например, Мизрах это восток, и я скажу Бе Мизрах Амедина, у меня получится на востоке страны. Мерказ это центр. То есть, если бы я сказал Бе Мерказ Амедина, получилось бы в центре страны. Оду, и мы понимаем, Оду это название страны Индия. И Оду это еще в разговорном иврите индейка. В русском языке тоже Индия, индейка. Это не случайно какая-то связь. Индийский петух, индийская курица. И в современном иврите под словом Оду подразумевается либо индюк, как птица, индейка, либо мясо индейки, либо, соответственно, страна, как в этой новости, Оду, Индия. Двоеточие, и мы понимаем, что дальше идет информация, что происходит в этой стране. Йотерми шмонамеот элев, более чем 800 тысяч. И обратите внимание, в нормативном иврите слово тысяча и любые счетные единицы, которые упоминаются, если количество их больше 10, то мы можем говорить в единственном числе. В разговорном языке не принципиально в единственном числе, во множественном числе. То есть мы совершенно не зацикливаемся, но привыкаем к тому, что будет сказано дословно не 800 тысяч, а 800 тысяча. Или, например, если я хочу сказать 800 метров, я скажу шмонамеот метр. Можно сказать шмонамеот метрим, а можно сказать шмонамеот метр. Сейчас на экране появится ссылка. Я больше примеров приводить не буду. Кому интересно, не совсем понятно, перейдите по ссылке, посмотрите. Холей акурона. И здесь тоже у нас словосочетание. Холе – это больной. Во множественном числе холим – больные. И если у нас первое слово, словосочетание смехута заканчивается на им, холим, то в смехуте вместо окончания им у нас образуется окончание эй. И я читаю холей акорона, больных короной, по смыслу больных коронавирусом. Холей акорона. Ба медина. У нас получилось. Йотерми шмонамеот элев, более 800 тысяч, холей акорона бамедина, больных коронавирусом в стране. Ке шлушим элев, бе йемама ахрона. Слово «ке» – однобуквенная часть речи, которая пишется слитно с последующим словом, либо вот через черточку, как в данном примере, когда после слова «ке» число написано цифрами, и мы переводим «ке» как «примерно», «около», «примерно». «Ке шлушим элев» – «примерно 30 тысяч». Б Емама Ахрона. Слово Емама напоминает нам либо море, ям, либо йом, день. В данном случае день. Емама это сутки. Йом это день. Емама сутки. Кстати, слово йом тоже можно использовать, как и в русском языке, в значении сутки. Слово день и сутки. Например, прошло 8 дней. Примерно как то же самое, прошло 8 суток. И также в иврите. Емама сутки. Новое слово выучим. Так как слово емама заканчивается на а и последняя буква гей, то это слово женского рода. И, соответственно, прилагательное ахрона.
Ахарон это последний, ахрона последняя. И у нас получилось примерно 30 тысяч за последние сутки, в последние сутки. Мали это название страны в Африке. И обратите внимание, тоже написано это слово с буквой Алеф, чтобы не перепутать с другими словами, с ивритскими словами, чтобы подчеркнуть, что это слово иностранного происхождения, чтобы легче было прочитать. Ахарей афганот шель аопозиция. После демонстрации, слово афгана – демонстрация. Афганот – множественное число демонстрации. Ахарей афганот – после демонстрации. Шель Ха-оппозиция, оппозиции. Имеется в виду оппозиция этой страны. Здесь определенный артикль. Шеля-оппозиция. А Наси Омер. Наси – это президент. Когда здесь определенный артикль А Наси, то мы понимаем, что это президент вот этой страны. Мали, этот президент. Омер говорит. Шегу, что он, Мухан, Мухан это готов или готовый, в данном случае готов, ледабер разговаривать. Имеется в виду разговаривать им а оппозиция с оппозицией. Соф-соф. Соф это конец. Соф-соф словосочетание, которое по смыслу переводится в конце концов или наконец-то. Ахадашот ми Исраэль. Новости из Израиля. Ерушалаем. Иерусалим. И двоеточие, мы понимаем, что дальше идет объяснение, что происходит в Иерусалиме. Атошавим шумим колот шель пицуцим. Тошав – это житель. Атошавим жители, жители Иерусалима. Здесь определенный артикль, мы понимаем, что речь идет об этих жителях, жителях этого города, в данном случае Иерусалима. Атошавим, жители, шом им слышат, колот, коль это звук, во множественном числе хотелось бы, чтобы было колим, потому что слово мужского рода, но это исключение, постараемся запомнить, не колим, а колот. Звуки или голоса тоже можно перевести. Коль это звук или голос. Колот шель пицуцим. Звуки взрывов. Слово пицуц взрыв. Пицуцим взрывы. Колот шель пицуцим. Звуки взрывов. Б. Мизрах аир. Мизрах это восток. Ир – это город, а Ир – это этот город, имеется в виду Иерусалим по контексту. Бе Мизраха Ир – на востоке города. Амиштара Мазбира – полиция объясняет. Мы обращаем внимание, что здесь Амиштара – конкретная полиция, имеется в виду Иерусалимская полиция, полиция Иерусалима. Мазбира объясняет. Слово миштара женского рода, поэтому и глагол мазбира объясняет. Мазбир в форме мужского рода объясняет. Ше башхунот ха-аравиот, что в районах, микрорайонах. Шхуна это городской район, район города, микрорайон. Во множественном числе шхунот. Арави – это арабский. Башхунот аравиот – в арабских районах, или можно перевести образно, как в арабских кварталах. Мы знаем, что в Иерусалиме город, он как бы условно поделен на кварталы. То есть есть кварталы, где проживают в основном, если не на 100%, только ортодоксальные евреи. Есть кварталы с преобладанием еврейского светского населения. Есть кварталы христианские, есть кварталы мусульманские. И вот условно есть арабские кварталы, там могут быть и христианские, и мусульманские кварталы. И я объясню, о чем идет речь. Сегодня опубликованы результаты
экзаменов школьных на аттестат зрелости. И радости нет предела, по всей видимости, поэтому все достают свое неофициальное оружие, и есть еще и разные петарды. Все это очень громко сейчас слышно. Не только в Иерусалиме, но в новостях отмечают особо Иерусалим. Итак, мецайним, дальше у нас слово мецайним, это отмечают. Обратите внимание, как запомнить это слово. Мы знаем слово мецуян. Мецуян – это, мы знаем, отличный, отменный. А глагол изначально мецаен. Мецаен – отмечает или отличает, тоже можно по смыслу перевести, чтобы легче нам было запомнить. Мецайним – отмечают. Тоцаот – тоцаа – это результат. Здесь тот же корень, что в слове йоце. Йоце – выходит. То, что получилось. Тоцаа – результат. Тоцаот – результаты. Шель – пхинот а багрут. Слово пхина – это экзамен. Пхинот экзамены, багрут – это зрелость. Пхинот а багрут – экзамены зрелости. Здесь тоже у нас то, что называется смихут, сопряжение, особое словосочетание. Пхинот а багрут – экзамены зрелости, имеется в виду выпускные экзамены в школах. Я прочитаю все это предложение еще раз и потом переведу его. Амиштара мазбира, шеба шхунот аравиот, мецайним тоцаот шель пхинот абагрут. Полиция объясняет, что в арабских районах отмечают результаты экзаменов зрелости, по смыслу выпускные экзамены в школах. Телем это название поселка. Мини омерет шебигляль акурона вемашкухита изманит ло оведет. Мини омерет, мини говорит, шебигляль, что из-за акурона, бигляль акурона, из-за короны, имеется в виду коронавирус, вемашкухита это я покажу. Машкухита это наша новая работница на нашем канале. Вот она сейчас шумит, она слышит, ее упоминают. Машкухита, нигерийская козочка. И Мини немного ревнует, как бы она думает, что обращают на новую козочку больше внимания. На самом деле это совершенно не так. Но ей кажется, что как бы вот такая ситуация, ей это мешает психологически. И поэтому она говорит, мини омерет, шебегляля курона вемашкухита, и зманит ло ведет. И зманит, она временно. И обратите внимание, слово зманит от слова зман. Зман это время. Змани временный. Зманит временная. И некоторые прилагательные в форме женского рода, которые заканчиваются на «-ит», могут использоваться как наречие. То есть «зманит» – это и временное, и временно. Сейчас на экране появится ссылка. Я рекомендую, кому это интересно, перейдите по ссылке, послушайте соответствующий материал. «Ло оведет» – «не работает». Мини говорит, что из-за коронавируса и машкухиты она временно не работает. Я надеюсь, что это было в меру сложно, интересно и полезно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания.